В Одинцове продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Одной из задач, которую выполняют активисты центра, является закупка и доставка продуктов, из которых в дальнейшем формируются наборы. На днях волонтеры доставили в Одинцово 400 продуктовых комплектов для пожилых жителей муниципалитета. Это мука, масло, молоко, крупа, макароны, сгущенное молоко, тушенка, рыбные консервы, сахар и печенье. Общий вес этой поставки около 4000 килограммов.